Днем рождения отрядов юных инспекторов движения можно считать 6 марта 1973 года. Эта дата и сегодня не утратила своей актуальности. С тех самых пор проведение регулярных слетов юидовцев стало доброй традицией. Конечно, ребята, и в вашей школе есть замечательный отряд юид, который и вас научит вести себя правильно на дороге. Сегодня мы с вами все вместе, дружно поздравим их с замечательным праздником, с днем рождения! В Одинцовском лицее номер 2 члены местного объединения отрядов «ЮИД СТОП» в честь празднования 44-й годовщины подготовили для маленьких коллег театрализованное представление, пропагандирующее движение «Без опасности». Я советую, чтобы каждый вступил в наши ряды, потому что это очень здорово, весело изучать вместе с нами правила дорожного движения. Мы советуем, как правильно быть в разных ситуациях на дороге, и это очень полезно для дальнейшей жизни. Я считаю, что каждому нужно вступить в наши ряды, потому что правила безопасности на дорогах нужны всем и всегда. Также у нас проводится конкурс, как сказала моя подруга. Состою я уже также 3 года в ЮИДе. Воспитанники детских садов района крепко дружат с ребятами из отрядов юных инспекторов движения. ЮИДовцы напомнили малышам основные правила, а дети их с удовольствием повторили и четко усвоили. Оказалось, что они уже многое знают о ПДД. Юные гости отгадали загадки о светофоре и дорожных знаках, поиграли в игры красный, желтый, зеленый и даже подготовили собственный номер частушки по правилам дорожного движения. Пока маленькие, и единственное, что могут сделать для безопасности – соблюдать правила дорожного движения. Каждый ребенок получил в этот день небольшой, но очень важный подарок – фликер, который в темноте спасает жизнь пешеходу. Мы бы хотели поздравить наших юных помощников госавтоинспекции с таким замечательным праздником. Мы очень благодарны, что они помогают нам в нашей деятельности, участвуют с нами в профилактических мероприятиях, также проводят беседы во всех школах с юными участниками дорожного движения, это с первоклассниками и с воспитанниками детских садов. Еще раз от всей души мы поздравляем их с этим замечательным праздником. Лицеисты отряда «СТОП» поблагодарили инспекторов и гостей праздника за поздравления и пообещали продолжить сотрудничество. Ведь именно такая сплоченная работа поможет им сохранить жизни и здоровье многих людей. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».